Для проведения консультации и выявления онкологических заболеваний у детей в Южную Осетию по приглашению Министерства здравоохранения приехал российский детский хирург-онколог Казбек Савлаев. На протяжении двух дней, 24 и 25 июня, доктор будет проводить осмотр детей для выявления патологии. По словам хирурга, после диагностики и подтверждения болезни пациенты могут бесплатно пройти реабилитацию в Центре специализированной медицинской помощи детям имени Войны Яснец при предоставлении обязательного медицинского страхования. Прибыл в город Сынвал для того, чтобы помочь детям провести консультативный прием и наладить интеграцию. Сегодня я уже провел прием, принял 4 пациентов. Одного пациента с заболеванием мозжечка, который находится в ремиссии, получил комплексное лечение. Вот. Дали рекомендации по дальнейшему наблюдению. Двое детишек пришли, мама перебдела. Раньше увеличивались лимфоузлы с лимфоденопатией. Сейчас патологии у них не выявлено. Дали рекомендации по наблюдению. И один пациент еще с новообразованием грудной железы, мальчик, которому было рекомендовано обратиться уже к нам в центр для полного обследования и лечения, соответственно. На сегодняшний день лечение пациентов со злокачественной патологией именно детского возраста имеет очень хорошие результаты, выздоравливает 90%, очень хорошие результаты по сравнению с тем, что было совсем недавно. Казбек Савлаев поблагодарил руководство республики, Министерство здравоохранения в лице Томаса Джикаева за приглашение в Южную Осетию, отметив, что и в будущем будет приезжать и помогать маленьким пациентам. Хотелось бы сказать огромное спасибо руководству, президенту Южной Осетии и министру здравоохранения Республики Южная Осетия за приглашение. Планирую еще в будущем приезжать в Южную Осетию на консультации. И если необходимо будет и будет возможность, конечно, проводить какие-то оперативные вмешательства детям. Онкология – не приговор, если выявить заболевание на ранней стадии и принять необходимые меры, отметил Казбек Савлаев. Своевременная диспансеризация и консультация у врачей помогут избежать необратимых последствий. Анна Гаева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня.